сколько. А ну-ка еще громче! От, мне кажется. Вот фонтанчики они. В 4К. Первые фонтаны в 2022 году. Есть, пошла жара, друзья. Будем наслаждаться. Дай бог, чтобы нам во время эфира не дали пан. Рассказывай о себе и о нас. О нежных чувствах и дерзких поступках. О жажде перемен и наслаждении текущим моментом. О том, что осталось в дыре ушедшего. О том, что мы вперед. Да, каждый ребенок хранит свою историю. И за 150 лет их набрало снимок. Истории хранились, истории зрения. Накапливали аромат далеких и близких воспоминаний. Сегодня настал их час. Вино говорит. Слушайте. Достоинство и верность были не просто словами. Они были осязаемы. Ими был пропитан воздух.
месье Дельмини прибыл в Россию. Это будет история, ребята. Полная надежда, амбициозных планов и чувственности Франции. Так начиналось для меня Абрау-Берсо. Мир, жажда новых впечатлений, легкости и красоты. Я была готова утолить эту жажду. Черный кот дорогу
Я знаю это чувство. Это искра где-то глубоко в груди, которое вспыхивает и освещает все вокруг. Это чувство легкости, игры. Это радость. Это оно мое. И я напомню его своими эмоциями. Давайте плюсик в чат, кому нравится, друзья. Кому не нравится, минус. Это просто забанили будет эфир 100%, то есть ни цент отсюда не будет заработано, все сделано от души для вас. Тут каждая музыка попадает под бан. Так приятно, количество плюсиков. Ведь наша жизнь это пристало, вдруг я занята. Возможно, вы уже никто, но желтый свет в бок. Последний шанс на капу в пол, это карусель. Для таких, как мы, детей, если все вокруг не те, а еще сильнее.
волшебно, озеро сегодня не колыхается, нет ветра, фантастика. История вина Брау Дюрсо – это история мечты, история борьбы. И каждый день, каждым поступком и словом создаем наше общее, лучшее будущее. Вместе. Сегодня присутствовало просто нереальное количество людей. Посмотрите, это только 3 мая.